Светлана Мустанова живет в одном из частных домов поселка Зачаганск. Она рассказала, что утром 20 июня услышала детский плач. Женщина выглянула из окна на улицу и увидела, что собаки окружили павлина. Мы вместе с сыном выбежали на улицу и отогнали трех собак от птицы. Павлин был очень смирный. Он сам зашел в летнюю кухню. Я начала звонить в детский зоопарк, но там мне ответили, что павлин находится на месте. Сейчас думаю, чем кормить эту птицу и где ее держать. В детском зоопарке проинформировали, что в Уральске павлинов держат в домашних условиях. Птица эта неприхотливая и ест то же самое, что и обычная курица. Они относятся к отряду курообразные. Вот домашним курам какие уходы, такие же уходы. Проса, зеленую траву, фрукты, вода и каждодневный уход. Надо чистить, где они живут. А зимой, когда будет холодно, у них теплые вольеры есть. Вечером объявились владельцы птицы. Они живут по соседству. Хозяева забрали павлина домой, где у него оборудован отдельный домик. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.